В Армении только что закрылись избирательные участки. В республике сегодня парламентские выборы. Как прошло голосование, расскажет наш корреспондент Ирина Мкртычян. Ирина, здравствуйте. Ждем от вас подробностей. Добрый вечер, Олеся. Буквально несколько минут назад закрылись более чем 2000 избирательных участков по всей Армении. По данным ЦИК, на 17:00 по московскому времени проголосовали больше половины избирателей. И в эти минуты подводит итоги международная организация, которая занимается экзит-пулом, подсчетом голосов на выходе из избирательных участков. Каждые полчаса по местному телевидению эта международная организация будет оглашать данные экзит-пула. За ходом голосования следили свыше 600 международных наблюдателей. Давать какие-либо оценки они отказываются. Предварительные итоги голосования подведут завтра. Ну а окончательный доклад, например, ОБСЕ представит уже в мае. Окончательный доклад, который включит в себя итоги наблюдения за агитационной кампанией, сам день выборов, подсчет голосов, оценку работы СМИ, все это мы опубликуем через 2 месяца, но это будет полная картина происходящего. Завтра после полудня наблюдатели от СНГ, от Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также наблюдатели от ОБСЕ и Европарламента выступят с заявлениями. Они огласят предварительные итоги голосования. Свои заявления готовят и политические силы. Олеся. Спасибо, Ирина. Я напомню, это был наш корреспондент Ирина Мкртычян. В Армении несколько минут назад завершили работу избирательные участки.